Детектив. Убийство на Тверской. Убийство на Тверской. Кое-что происходит в доме Ивана Ивановича, но его там нет, и он пока об этом не знает. Так, глава номер 3. Так вот, нам надо это все сделать по-быстренькому. Так, да, что надо тебе, что? Сейчас мешай. Я сводку принес. Вон туда, да, хорошо, положи туда. Да. Вот там оставь, там, да. Да ладно, да. Так вот, ну что, положил, ушел быстро. Так вот, пацаны, ушел, да. Надо обеспечить то, что я сказал. Потом с завтрашнего дня мы будем, да, конечно, да, мы будем находиться и там, и здесь сразу. У меня сейчас очень много дел. Нет, да, очень много дел, поэтому вам нужно делать все обстоятельно. Я прикрою, чем надо, все будет, а вы расставьте свои машины тоже. По одному, на каждую точку обязательно, чтобы было, да. И потом, у меня сейчас много проверок, лучше, чтобы вы здесь вообще не показывались. И я вам скажу, прийти ко мне. Да что ты будешь здесь? Да, слушаю. Олесь, это я, Исмаил. Иваныч, такая беда, короче, я тут у тебя дома, как всегда, Саша, убит, да, ты понял? Чё я ты несёшь, не в курсе, как это произошло, ну, просто ножом ткнули в горло, да, и, короче, сейф твой открыт. Ты где был, это ты сам где был? Решить, где ты был, твою мать? Я думаю... Ладно. Так, это надо. Подягу решить, сейчас поехать. Что делать будем? Так. Ну все ясно. Сейчас берем броневик и все вывозим прямо оттуда, да. Все прям везем. Ты че говоришь? Прям мы везем, да, едем. И обеспечь все. И ты тоже. Сделайте. Сейчас я вам. Не можете. Сейчас я вам скажу. Да что ты будешь делать? Сейчас я объясню. Слушай, Петрович, ты как? Ага. Ребята, а вот вы что? Ну вы вот. Думали, да, когда с ним встречались, что вы против? Вы пусть думали? Петрович вам, да. Вы что думали? Так просто пусть пойдем. Он вам поможет. И пошли. Это надо сделать таким образом. Сейчас все садимся. Ну поедем по туда. По машинам и едем. Выходим, выходим, все, поехали по делам. Все узнаем. По местам поехали. Давайте, давайте. Да, иди. Сейчас я ребят послал к твоим орлам, ты дай им броневик, а я свой отряд. Ну, человек два внутри броневичка и сверху накинь.
И все вместе вы едете, вы знаешь мою ячейку в Райффайзенбанке, возьми там, сейф погрузите и отвезите, куда мои ребята скажут. Окей, ты знаешь, у меня сегодня нападение было на квартиру, из мою лучше позвонил. И надо это все перевести. У меня же там все дома было, понимаешь, теперь мало ли что, надо перепрятать, ты понял, да? Ты крутой, слушай меня внимательно. Это Измаил, да, ну что ты меня не снесешь? Слушай внимательно, я тебе говорю. У нас полная жопа, ты понял? Ща я там дома прихожу, сейф ограбили, ты понял? Мы за ним столько следили, ты крутой. Ты должен сейчас нанять бригаду и прямо сейчас послать их, потому что Иваныч наверняка сейчас пошлет машину перепрататься в барахло. Слушай, я не зря столько времени потратил. Что? Не зря столько времени потратил на эту всю херню. А теперь сейчас я, блин, из всех порешу нахрен. И вот что делать-то, а, крутой? Ты меня слышишь? Ты должен сейчас взять бригаду. Пусть они перекроют сейчас. Наверняка по радару узнаешь. Короче, давай, действуй! Если мы сейчас наверняка от Райффайзена поедет бабки Иваныча поедут, и бумаги там, все на свете, что у него лежало дома в сейфе, ключи, все эти карты. Чучина мать, ну ты это, обуздай как-нибудь свою чеченскую прыть. Все понял? Давай. Окей. Это база. Это Иван Иванович. Петр Фомич, это ты? Ты у меня к тебе, слушай, просьба. Поддержи моих ребяток. Ты же знаешь мою ячейку в Райффайзенбанке. Ты пошли туда наряд для прикрытия. Там мои ребята будут. Ну, и конечно, еще бригада. Чем не перестреляйте друг с друга, успокойтесь. Да. Сделай, будь добр. Ладно, все направлю. Ну, целую, да. Пока. Все, конечно. Счастливо. 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 What's cracking? What's here? Right there. So we really finna do this shit. We finna risk our lives to rob some motherfucking government killers again? Yep. Hey. Эй, Сиплей, это крутой, узнаешь? Alright, ты, короче, говори, что надо-то, эй. Ну, типа, Сиплей, помнишь, мы договаривались броневичок встретить, ты знаешь, где? Ща берешь двух своих узкоглазых? Не, они не узкоглазые, да, это друзья мои, да. Короче, берешь друзей свои и рулишь на позиции, понял? Ты готов? О, да, yes, о, окей, хорошо, да. Saw a little hole for home. As long as I am not on the ground when the shit goes down, okay? When the shit goes down, we'll handle it. You stay up here, on your post, eyes peeled. Yeah. Okay? We'll take the risk. Sound cool? Shit, you the professional, dawg. And at least we're not wearing clown outfits. There's a plus. Right. The masks. What? Let's see what we got here. Huh? Real professional. Let's do this. Go,
All right, T, I'm in position. What's the ETA? Just a second. There they are, incoming. Get ready to do your thing. All right, Mike, move it. Get the truck in position. Block both lanes of traffic. Just stop the truck and keep it stationary. I'm stopped. You're on, F. Sanitation aren't meant to be here. You better brace yourselves, you motherfuckers! Come on, fit the sticky bar. I'm doing it! Get away from the door! Sirens, dog? Looks like they hit their panic button. Have the LSPD incoming. Yeah, keep covered by those barriers. I'm going up here. Fuck. Fall back. We'll never get out of here. We got a whole position. Hey, man, we're sitting ducks right here. Четвертое. Это база. На радаре появился мусорный грузовик. Отследить передвижение и доложить, отправить патруль. Две машины, два наряда. Арестовать и обезвредить. Прием.
Типлей. Cool? Дело сделано, man, говори по-русски. Ну давай, меняй машину. Там красный седан. Возможно, сообщники. Задержать. Не считаться жертвами. Мы вооружены.
первый. Первый, второй, ты где? На связи. Прием. Ты где? Я тебя не вижу, первый. Первый прием. База, это первый. Цель ушла. Цель ушла, повтор. Мне нужен крутой. Я сиплый. Package for Mr. Weston. Yeah, and I'm telling you that I don't give a flying fuck. There you go. Да, there какие you новости? Boom! So long, motherfucker. Я побеждаю. Привет. I remember you. The weekend interrogator. Ты в жопу крутой. Invest wisely. Эй, сиплый, подожди, чем так недоволен? Ты все получишь, не волнуйся. Ты меня обманул. Крутой, там должны быть бабки. Нет, ты взял то, что там было. Ты свое получишь. Я должен был получить деньги. Понял? Не торопись. Деньги у тебя будут. Я тебе все отдам. Ты мне привез, что мне надо было. А потом возьмешь, что надо тебе. Что ты кипятишься? Да пошел ты в жопу, крутой. Нет, это ты зря. Bullshit. Какого черта? Мы с тобой договаривались. Да что ты кипятишься? Я сказал тебе, я все сделаю, понял? Иди пока. Завтра разберемся. Да, не ожидал я тебя. Ну ладно. Ладно, ребята. Мы завтра посмотрим.